Идите на перерыв на обед, а когда вы вернетесь, мы начнем следующий урок. А не пошла бы ты в жопу. Ладно. Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юля, Мишка. Всем привет. Продолжаем проходить. Garden of Bonbon 2. Ё-моё. Это еще что такое? А оно вроде вначале не было. Нет, разве? Может, свет включили, Миш? Мы не надо было включить. А, может, из-за того, что микрофон сменили? Тогда я и говорю. Ой. Оно... Или... Оно шевелится, что ли? Как будто да. Ой, мне что-то дурно от этого становится. Оно масштабом уменьшается или чего, и мне как-то не по себе. А, оно просто шатается. Туда-сюда, типа, туда-сюда. Знаете, бывает, когда ты стоишь на месте, но что-то крупное вокруг тебя двигается, у тебя ощущение, что ты тоже двигаешься, но ты не двигаешься. Так, следы. А, мы здесь были, нам не сюда. Мы отсюда пришли, все отсюда началось. Mm-hmm. А я уже готовился, если честно, к какому-то... Так, а где мы не были? Лестница была. Нам вот сюда надо, да? Да, да, она была закрыта, да. Цветная. Открылась. В самом начале. Ну, жуть. Вот, конечно, если честно. Так, тестинг сектор. Наконец-то. Я все время так захожу теперь. Как сайкло. Прочекать надо. Так, я вижу кнопочки. Угу. Так, ну кнопочки это ладно. Блин, конечно, долго реагирует. А на столе-то нету ничего, Миш, на всякий случай. Так, кнопка. А, кнопка, ну, скорее всего. Ну, понятно, еще запись. А, Бёрд. Понятно. О, опила, что ли? Да. Я опилу запомнила. А как закрыть-то это все по пилу? Все, спасибо. Нет. Дрон был здесь. Ладно. Соображай. Долго, отлично. Конечно. Теперь сюда. Так вот долгий этот отклик. Так, одна работает. Давайте сюда. Наверное, тоже в какой-то очереди надо. И вон туда теперь. Так, загорелось. Вот сюда, Миш, вот еще кнопка. А если я право нажму, не собьется, отлично. Вот сюда. Да. Так, слушай, там что-то наверху есть. Мне кажется, можно было прямо оттуда. А это кастомизация, наверное, в любой момент. Слушай, я хочу. Так, давайте у нас будет прям ярко-красный. Будет прям... Ковбой хэт, но теперь пропеллер хэт есть. Пульт, я не знаю для чего, что значит пульт. Классический вид, а если не классический? Давайте посмотрим, что из этого получится. Сейчас проверим, где там наш испытуемый. Это вот та шапочка, которую мы нашли. Да, которая новая была. Ну, прикол чисто. Ну, пусть будет, да. Так, и теперь сюда. Я готов к врагам. А ну! Нам сейчас явно наверх. Да, брякнул что-то. Это не точно. Может, загорелась вон та кнопка у этой стола. И теперь здесь. Да, открылась. Унитаз открылся. Ой, боже. О, кстати, здесь довольно симпатично, мне нравится. Правда, он выглядит каким-то бесконечным. А так, куда? Вот справа тихо. Комната, Миш. Они все закрыты. Не нравится мне здесь это местечко, если честно. Какие-то лампочки работают, какие-то не работают. Что здесь? Стоп, гоу. Как выжить? Гигант снейл атак, если улитка будет. Вон еще одна улитка вылезла. Как ты не расшибся. Это слишком сложно. Блин, вот некоторые такие моменты, конечно, динамику рушат. Нормально. Сейчас чувствую третью кнопку и начнет. Я не знаю, может, наоборот надо отсюда отойти? А, Миш, ну тебе надо будет нажать. Ну не, я нажму и сдрисну. А ты нажми и отойди. Да я-то отойду. Готовимся! Ну давай, ё-моё, влетай, что ли. Да ё-моё, ты издеваешься? Тушара летающий. Нажми кнопку. Спасибо. Ура! Вы думаете, я туда пойду? Че, дурака похож? А ты думаешь, у тебя есть выбор? Окей, okay, let's go! Welcome. Я вижу глаза. Ой, чьи-то глазки. О, опила, дорога! А, это опила! Давно тебя не видели. Быстрее сюда! А это еще что за... Это из поющих монстров. Точно, опила.
Сюда, к Мите. Да, вот сюда давай. Я, правда, не знаю, что это за монстр нас сюда позвал. Вы думаете, я к ней пойду? Типа не криповая, улыбается, типа не криповая. Я хочу, чтобы вы все поприветствовали нашего нового студента. Здорово. Ты опоздал на занятия. В этот раз я пропущу это, так как это твой первый день. Но опоздаешь еще раз, и я разорву тебя на куски. Вы новый и непопулярный студент, поэтому вам придется сидеть за непопулярным столом. Теперь садись, чтобы мы могли начать. А какой непопулярный стол? Вот, походу, вот этот. Да все, сел. Итак, первый урок для... дня математика. В течение семестра ты узнаешь, как уничтожать других людей, как безопасно извлечь человеческий мозг для еды и... Здорово. О, подожди, я ошибся. Думаю, это четвертый урок за день. По математике в течение семестра вы научитесь складывать, вычитать, делить, умножать и многому другому. Я в восторге. Трон, такую ее быстрее. Прежде чем мы начнем, давайте пересмотрим некоторые... что-то там. Ух! Да, и помни, что за неправильные ответы тебя очень строго накажут. Кто отвечает? Используй магнитофоны. Ну ладно. Лягушка. Неправильно! Не бей! Трэш, истеричка. Лягушка. Лягушка. Это называется, ты участвуешь в викторине, где все ответы неправильные. На ночь глядя, самое то сейчас с нее играть. Да я ошибся, ты что заново ты мне будешь все это нести? Иди сюда, вмажь ей в морду. Лети быстрее, со всей дурь прям в рот ей влетай. А, чего? А может, смарт надо нажать? Четыре. Да иди отсюда, иди! Тварь поганая. А я не буду отвечать. Ну, походу, у меня выбора нет. Ну чё, либо я реально умный. Я никуда не собрался. Тварь, за что? Как ты мне надоела. Паскуда. Пошла нахер. И что ты нам сделаешь? Да, что ты, пока ты не договоришь. Я не знаю, ну возьму, я не знаю, вот что взять. Драматик. Really smart. Может, ну, может really smart, давай. Больше похоже. Ну нет. Фу. Только не ори. Вы, дети, сегодня очень внимательны. Следующий вопрос, и тот, который я написал сам. Сколько 4? Будет 2 плюс 2? Какой был? Смарт. Правильно. Вау, я думал, что все ошибутся. Хорошо, последний вопрос перед перерывом на обед. Что такое страдание плюс разочарование? Уж я не лягушка. Ну да. Моя жизнь. Правильно. Фу. К сожалению, на сегодня это все время, которое у нас осталось на математику. Идите на перерыв на обед, а когда вы вернетесь, мы начнем следующий урок. А не пошла бы ты в жопу. Ладно. Ну-ка, стой, а если к ней подойти? Да иди, конечно, ты че? А вдруг она сожрет и все заново? Не. Да уж. Так, это перемена. Слишком рискованно. Я вижу какую-то кокульку. Ну, кстати, это можно взять. Это нос? Палец? Я вообще без понятия, что это такое. Что это, жвачки, что ли, может? Да, походу. Так, погоди. Так, ланч. Хулиган требует денег. Слушай, а... А, вы что требуете? Вон, кстати, вот еще. Вот еще, да. Это похоже на деньги. И... Популярные дети нуждаются в твоей помощи, чтобы спасти своего друга от хулиганов. А, вы что требуете? Так это вот, вот деньги. Жвачку на деньги. Нать. Так, деньги супер. Требуются вот этим. Вот эти отдаю здесь. Друга. Угу. Все счастливы. Я решил. Ура! А, вот еще один. Нет. Очки. Очки. Теперь я такой же лошара, как и вы. Блин. Урок начинается. Мэтт просыпается. This announcement concludes your lunch break.
Да блин, я просто в паузу нажал. Что там говорили? Ну, короче, что разыскивали очень непослушного ученика. Я суперпослушный ученик. Куда садиться? Эй, вы не видели того человека, о котором они говорят, что да? Что говорили, блин? О, да, что я говорю? Ты один из крутых ребят, конечно. Ты не разговариваешь с такими уродливыми, непопулярными детьми, как с они. С чего я всем помог? Садитесь с крутыми ребятами, где вам и место. Блин. Сейчас опять вопрос. Итак, дети, следующий урок – наука. Подобно тому, как мы делали это по математике, и так как это первый урок науки в семестре, это будет только... что-то там. Но сначала я хочу познакомить тебя с правилами поведения в классе. Да я уже понял. Не есть, не говорить, не дышать, не двигаться, не задавать вопросов и не делать перерывов на туалет. Помните, что мне придется очень строго наказать вас, если вы нарушите хоть одно из этих правил. Вернемся к обзору. Давайте начнем с чего-то простого. Насколько горячо солнце? Плауд громкий, популярный ребенок. Все. Что-нибудь жми просто. А то просто, ну, хотя бы узнаем, что. Не это. Я позволю, но только потому, что это заставило меня рассмеяться. И потому, что ты очень крутой пацан. Это видно по твоим... что-то там, очкам. Сколько следующий сердец... вопрос. Лавр возьмем. Sea Life. Стингер Флинн. Правильно. Это частично верно, поскольку Стингер Флинн близок к осьминогу. Но я позволю, так как ты крутой процан. Процан. У обычных осьминогов три сердца, у нас людей одно, а у Стингера Флина... Вообще-то я не уверен, но давайте продолжим. Давайте. Следующий вопрос. У нас есть 5 органов чувств. Зрение, обоняние, вкус, осязание и... У меня кто остался-то? Ну, этот орал. Сил Лайф остался. Нет, это ты про осьминог отвечал. А что еще класс говорил? Короче, орём. Правильно. О, вы только что использовали мое 5-е чувство. Достаточно близко. Я разрешу. К сожалению, это все время, которое у нас есть для науки. Идите на второй перерыв, а когда он закончится, мы начнем следующий урок. Так, у нас еще за Кигулем будет. Блин. Конечно, ты криповая тварина. Да. Ладно, тебе-то что надо? Больше денег, чтобы присоединиться злых детей. Вон, смотри. Так. Денежка. Раз. Еще денежка. Два, три, четыре. И вот. Пять. Достаточно? Капец, все работает. Ага, открылось. Кегли. Куда я себе вставлю ее, если очки на голову? А это куда? Все, перерыв просто заканчивается. Я понял, ну как бы я в очках, а тут с кегли. Всем внимание, этим объявлением заканчивается ваш второй перерыв. Пожалуйста, возвращайтесь к своим занятиям. Вон она. Собака. Рад. Дынь. Ух ты, трое новых детей за один день. Туда, куда... Один непопулярный ребенок. Ужас. Один крутой и один злой ребенок. Добро пожаловать. Садитесь за стол слева от вас, где ваше место, чтобы мы могли начать. Стой, а что там написано? Итак, дети, следующий урок «Здоровье и доброта». Одинаковые. А как и для математики и науки, это будет только обзорный урок. Давайте начнем с общих знаний, чтобы освежить ваши тупые мозги. Да. Может ли кто-нибудь привести пример недоброжелательного человека? Unkind money talker. Ой. Правильно. Ого. Это прекрасный пример. Хорошая работа. Конечно, если это не было направлено на меня. На этот раз может ли кто-нибудь привести мне пример доброго человека? Минкит. Ой. Псина. О! Правильно. Я уверен был. Именно дарить другим вещи, не ожидая ничего взамен, и есть доброта. Да ты что? Этот урок будет замечательным, я чувствую это. Подожди, что это было? Интересно, это новый студент? Никому не двигаться, пока я проверяю. Что там проверяешь?
Капец, такая базука ходит. Ты дышишь. Давай, пусть это... Да, интересно, это штука. Реально не двигаться, что ли? Сбежать. А как я сбегу-то? А ты можешь дроном управлять? Да. На кнопку. Да, быстрее, он такой дрон. Быстрый. Да, ты еще и тупой, блин, давай быстрее. Быстрее, дрон, быстрее. Открывай быстрее. Сейчас прикрутся. Фу. О. Братва. Нет, только нет. Нет, только не это. В этот раз я действительно старался быть хорошим учителем. Пошла в жопу, короче. Кройте быстрее. Ну не получилось, не фартануло. Ого, это целое семейство опил. Поймайте птиц и поместите их в гнездо. Офигеть. Что за прикол? Что, они меня добрые потом их прибили? Или как? Не знаю. Ну, вроде как да. Это еще, видишь, маленькие опилочки. А почему один, кстати, отличается по цвету? Блин! Все, я... Кто был? Я не знаю, она была. Не знаю, потому что я на кого-то наступил. И сейчас урок? Не, я не выживу. Смотри, сейчас соберу я всех, конечно. Гнездо. Вот жалко, базуки нет. Как будто... Ну-ка. А, обратно не лезут. Типа нельзя к ним спиной, что ли, поворачиваться? Не, надо просто... Все, и валим. Я вот не знаю, то ли не шевелиться надо, то ли что. Карточка. Успели. Надо открыть дверь вот эту вот. 100%. И может как раз так перебежка. Зайти, да. Сейчас, подожду немножко. Ага. Ну, только долго будет. Она тут! Она за дверью! Чё, реально? Зачем я открыл? А нафига мы открыли это реально? Когда все они будут на месте открыть, скорее всего. А кто же знал-то? Я смотрю, просто две там каракули стоит в щельку. Думаю, все, жопа. Короче, решили постоять в темноте. Я не знаю, чего я боялся. Видимо, в прошлый раз встал к этим воротам. И в момент выключения... Да. Так вышло, что она ко мне подошла и съела меня через стенку. А на самом деле здесь в темноте только сложность в том, что ловить проблематично. Мы мастера ловить глюки какие-то. Ну, я не знаю, я реально как-то поймал ее через эту. Так, нам осталось только вот еще последнюю. Я тут даже через стенку их толкал. Загонял, да. Потому что я понимал, что да, ну, как всегда, усложнился. Но я подожду рассвета, вон он. Так. Было легко их всех, в принципе, поймать. Может, только в руках не надо держать? Давай попробуем. Все равно. Страшно стало. Ну, а просто... Мне кажется, надо отнести. Сейчас-то я отнесу. А где я? Вон, видишь? Все. Ну, тут всё, уже погнали. Бояться нечего. Так, теперь... Все равно страшно. Мы их все положили, надо ее позвать. Только у меня другой вопрос. А как, а мы, как мы сделаем так, чтобы она нас не сожрала? Не на ее пути надо быть. Ну, проверим. Надеюсь, она нас не заметит. То будет печально. Блин, такое чувство. Иди, зовут. Вот, она, конечно, посматривая на нас, но ушла. Такая, ну ладно, дети важнее. Фу. Я ж мать. А ты кто? Ого. Здрасте. Улитка, стоп. Найдите... Типа, когда у нее короче вместе... Я не ожидал. Там стоять надо. Трэш, она быстрая. Что нужно делать? А, вон, кстати, кнопки. Что делать-то? Когда она розета, надо идти. Можно. Она что-то не розета. Она сейчас убьет нас. Hello. Hello, блин. Вот сейчас можно идти. Я проверю или не надо? Блин, она вон то там... есть будет прям вплотную подходить. Я не знаю, двери надо кнопки. Было? Кнопки, нам надо как бы туда, что ли. Жесть.
Зашти всегда работает, получается. Я не знаю, кнопки, может, как-то что идут. Надо как-то пообманывать. Либо надо было дрифтануть таким, ну... Наверное. Большее расстояние преодолевать надо, пока она там свои глазюки. Блин, это она стрёмная, мне больше всего она в этом плане понравилась. Не понимаю, куда, типа, назад или... Туда, наверное. Думаешь? Ну, до конца. То есть, типа, вот те кнопки пофигу, да? Ну, ты чё, я уже не прицелюсь. В любом случае, пока она не раздвинула глаза, я же не побегу на глаз ее нажимать эту кнопку. Все, типа, реально бежим. Отпустил. Ну, явно она не доползет тут до нас, ей далеко ползти. Да. А мы далеко отбежали. Я надеюсь. А, она до каждой двери будет доходить. Сюда, может, что-то нажать? Да, открылось. Уже поздно. Блин, а мы туда теперь не пройдем, да? Не, почему? Ну, я даже не знаю, что тебе сказать. Не до конца будем? Именно в ту дверь? Ну, я не знаю. Она сейчас в любом случае доползет до этой двери. Пожалуйста, мне больно. Тут закрыто, наверное, видишь? Ну все, это ГГВП, могу сказать. Давай, подходи. Умираем тогда? Тогда, давай, вперед на нее. Злая собака. Ой, мы вошли. Слушай. А это и нормально. И нам ок. Так. Угу. Одна пушка может стрелять. В одно время. Да. Слушай, ну пока три раунда, я никаких не вижу ни этих. Вниз можно спуститься. Хм. А где как все стартует? Слушай, может надо какую-то. А, вот еще тут сокровище. По какой-то из этих. Собирайте ракушки, кладите их в сундук, чтобы получить приз. Давайте начнем с этого. Ракушка. Я видел еще на... Ага, вот ракушка. А сколько ракушек? Вот, хороший вопрос. Может, и очень много? Вот еще ракушка. Вон ракушка. Раз ракушка. Да. Два ракушка. С ракушки. Такс. Ну, пойдем. Тихо. Вон. Ага, вот еще ракушечка. Ну, я не знаю, может просто давай положить проверим. Уже. Проверим. Я пока не замечаю еще. Так, 8. Найдите 8. Раз. Два. Да не бойся. Три. Четыре. Пять. Да господи, быстрее. 6. 7. Во. Понятно, где-то я еще одну. Еще одна, да? Угу. Так, стопудов в каком-нибудь хитром месте, либо на какой-нибудь это лежит. На лежаке. Вон, кстати, шляпа. Ой, да, только как ее взять? Ну, это только со второго этажа, скорее всего. А, вот, вот да, реально. Ну-ка, и отсюда давай сигаем. То есть надо, скорее всего, вот на эту сначала... Ну, слушай, не так-то и просто. Угу, все, взяли. Шляпа есть. Шляпа наша. Дело в шляпе. А теперь сокровище. Видимо, что-то мы получим. Дойду на всякий случай, потому что сундукам я не доверяю. Да, не хотелось бы люлей получить. Что это? Карточка. Зеленая. Зеленая, да. Пока, конечно, не наблюдаю, чтобы тут что-то было зеленое. О, сработало. Видимо, только после ракушек нас отпустили. Так, у нас есть. Ага. Так, вот по этой... Вот это. Стреляй быстрее! Быстрее! Так. А надо только следить. Давай чё... еще берем, что ли, одну. Так. Там еще, блин, внизу были. Ну да, то есть надо вот будет здесь еще бежать. Опять по этой, сюда, что ли? Что ли? Блин, застрял. Ну больше трубы не горят. Ну, может тут как-то несколько будет уровней. Да. Ой, все типа сделали. Наверное. Наверное.
зелененьким загорелось. Опять что ли? Стой. Так. Ага. Все. Теперь больше видно уже объем работ. Ну давай, взялась, что ли? То есть ты думаешь, что несколько раз? Видишь, ну да, надо внимательно следить. Так, сюда. Теперь, там потом еще снизу надо будет смотреть. Ну берись, так. Единственное, что будет со мной. Все, запускаем. Гады шустрые, Мишка. А им 100%. Как будто внизу, а нет. Ага. Заряжаем. Надо внимательно и быстро. Сейчас, а теперь будет, скорее всего, еще с нижними лампами. Так, да, типа... Типа супер быстро надо будет. Если что, они прям ровно под нами, по-моему, да, где-то? Эти пушки-то. Ну, где-то да. Кнопки, если что... Вон они. Так, чтобы нам было видно. Ну, в принципе, видно. Погнали. Это, видимо, третий будет этап. Мы готовы, давай, 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 давай. Ага, все. Первый есть. Ну, нижний точно будет. Надо будет, ну, если эти не горят, прям всего, прыгаем, в конце, смотрим. Наверное, потому ой. Что... Ага, ну это изи. И последнее. Странно, почему нижний спутник. Нет, тогда вроде как будто у тебя 4 было. Не, по 3 выстрела, нет? Нижний, нижний. Успел. Успеем, успеем. Давай, подержай. Быстрее, 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 быстрее. Да, 4 юльта, право. Так, вот это. Ну все. Может даже 5 будет, я не знаю. Ну и... А, еще! С каждым разом плюс 1. Угу. Угу. Ну все. Фу, я уж испугалась, что еще раз надо будет. Открывай уже. А, что-то жесть. Открылось. Да, вот эта дверь. Фу. Для чего только эта игра из меня все соки, конечно, высосет, честно скажу. А, вон вот карта, она. Да, еще одна. И там как будто записка была какая-то, что ли? Или мне... а, да. Да. Символ Дживы. Да, кстати, я его видел. Геваниум. Я не знаю, кто такой Геваниум. Что это такое? Ну, в общем, что тут много, какие-то дела, тыры-пыры. Типы и так далее. Те второй кейс. Ну, понятно, ладно. Это все надо будет потом почитать, тем более говорили, что по штрих-коду можно. Все, отпускайте, пожалуйста. Так, что нам, камбэк к этой улитке, что ли, драной? Ну, только не говори, что да. Походу. Тем более, видишь, да, мы взяли... Я улитку не вообще... А, мы открыли ту дверь, да, там была си... Ну, как это вот, голубенькая. Справа, блин, улитка! А еще зеленую мы взяли, ключ-карту. И, возможно, там что-то есть. Блин, только где это зеленое? Не хочу к улитке! Так, там не видел. Отходим, отходим, отходим. Так. Слушай, нигде нет. А может она ушла? Да. Вон, кстати, зеленая. Так вот я и туда иду. А нет. Все равно сык. А, все. Так. Стой, это уверен? А мы еще вот синюю какую-то собрали. Туда не надо? Им, если не дали уйти, я валю отсюда. Так, очки. И давай теперь он будет желтенький. Ой, это и пульт. А, то есть это выбираешь кого. Можно не цвет пульта не менять. Угу. Ну, будет желтый пульт под конец. Ну-ка. Ну, отлично. То есть ты думаешь нам сюда? Ну, я думаю сюда. Мне кажется, надо просто будет на другую эту выйти. Или я ошибаюсь. В общем, Юлина предположение, что нам сюда нужно. И, видимо, нам сюда и надо. Только это какая карточка получается? Ну, вот какая-то синяя светилась. Угу. Походу, да.
Так, мы в нужном месте. Так, ждем, чтобы ты упал и умер. Так, я даже не знаю. Дорогая мама, дальше я читать не буду. Ну, что-то про Джелли Фиш сказано. Ми, и кто это? Клэри? Ну, типа, хорошая это, как это называется, медуза спасла нас от большой птицы и злого красного чувака. Чувака, значит, он плохой. Мы пошли... домой к Джелли Фиш. Да. Так, ладно, я понял. Типа, я и Клара. Ё-моё. Немножко попрыгаем. А, я допрыгну до сюда. Нам вот туда, наверное. А, ну туда ладно. Мне просто надо еще понять примерно физику нашего персонажа. Ты можно... рожден просто. Чтобы прыгать? Да. Надеюсь, чтобы не падать. Тихо. Тут, видишь, с небольшого наскока. Угу. Ну, шифта тут понятно все. Так, а дальше мне куда? Ясно. Пропасть. Да. Так, мы уже вон где. Опа, опа, опа. Так, тут есть либо короткий путь, либо не короткий. Я пошел по быстрому пути. Быстрому, да. Опа, кассета. Конечно же, я ее использовать не буду, но спасибо пусть за кассету. Будет. Так, здесь лучше сюда. Здесь лучше сюда. Либо без шифта прыгать, либо просто шифта, но подальше. Потому что шифт может вас унести. Да. Не рассчитать можно. Как сказать, прекрасный далёк. Underground. Так, ну здесь вроде все. Так, мы чуть выше стали. Так, страшно, нормально вообще, не пофигу. Мне почему-то Paint Town Red вспомнился. Так, вот тут точно shift. Ну тут хотя бы, вон, видишь, подстраховка есть. Ну да, если что, может плюхнуть. Фу. Виннер скоро. Давай с разбега прям. Фу, блин, ну такие туннели я обожаю. Так. Парам, сзади пам, там. Парам. Так, что там написано? А что там впереди? Чья-то рука или нет? О, тортик. 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 Углеводы убивают. Улитка и красный чел. Танцует кто-то. Это вот как будто красный чел вот с этой беленькой танцует. Или может мне кажется? Они, наверное, друзья, вот точно. От них ничего хорошего ждать. Не похоже, они на друзей. Ну, думаю, это здесь так. Нечто больше. О! Ой, здорово. Иди отсюда. Ку-ку. Сказал, что плохое. Дрон, атакуй, где ты? Знаешь, в обычный день ты бы стоял там же, где и я. За безопасным стеклом. Дрон. Как будто ты в зоопарке наблюдаешь за животными. Да, мы за тобой. Говоря о зоопарках, сейчас почти время сбора, когда все двери открываются, поэтому будем кратки. И, ну, наверное. Спасибо. Слушай, мне жаль, что я ударил, но ты должен понять. Мне нужно было кое-что от тебя, что я мог получить. Только если бы ты был без сознания, а у меня закончились что-то там. Если ты видел меня, ты бы мне не доверял. Но есть одна еще вещь, которую я тебе не лгал. И это то, что я знаю, почему ты здесь. Давай тут просто встань. А как? Вы здесь ради своих детей. Если вы можете в это поверить, я тоже работаю над их спасением. Но они есть у кого-то другого. Кто-то намного сильнее нас с тобой, обитающий глубоко в бездне. О нет, вы должны идти. В аллее Апилы Бёрд есть лифт. Спуститесь на нем, и мы снова поговорим. Апилы Бёрд вот это сюда. Сюда. А почему Апилы Бёрд не открылся? Я ж не пойду туда. Вы думаете, я дурак? Куда вы вот хватите? Выбери себя, как говорится. Смерть? А мне сюда! Ты был? Ты был плохим учеником! Чего? Бежим от нее! Куда идти? Куда бежать-то? Ну, мы никуда не смогли, в любом случае. Надеюсь, болтовню не придется слушать этого чувака. Так, ну слушай, может... А, вот еще. Дверка. Блин, оно не пускает сюда. Сюда? Не, оно должно сначала... Угу. Может, ты пустишь? Да и этот не пускает. А, вот, открылось. Ура! Дурку! Какая-то она шустрая. Так. Блин! Блин, надо было, наверное, туда. Наверное, да. Но мы сейчас, может, кругаля тут дадим. Да, обратно. Сейчас мы ее обманем, смотри. Хопа!
Почти, кстати, почти. Ну, теперь понятно. Все, пошел. Теперь у нас не знаем, куда. Большой есть этот. Теперь налево. Бей! Отлично, да, супер. Так, смотрим. Бей! Нет. Бей! О! О! Куда идти-то? Вот, все, идем. Это специально, видишь, чтобы мы, походу, так быстро не продвинулись. Ну, понервничали. Конечно. Она рукой везет, как сумасшедшая. Прям уже. Да. Куда идти-то вот? Ну ладно, я налево пошел. Прикинь, надеюсь, правильный проход. Ну, она далеко, не страшно вообще. Так, ну. Так, я вижу. Крестик какой-то, я не знаю. Ходить. Страшно сюда. А, так. Блин. А, надо ее будет обмануть. Да, походу. А-а-а, помогите, теперь мне точно А ты ту не нажал, да? Или там нельзя было нажать? Да я уже не знаю, что нажимать. Ну, кстати, я чуть быстрее... А это что такое? О! Она вот здесь за углом застряла. Блин! Здесь нет, проваливай, чертила. Дрон, вызываю тебя. Ты что вот не делать? Нам надо было, походу, да, нажать кнопочку. Ну все, нам сейчас убьет. Быкует. Быкует. Блин. Слышь, чертила. Скотина. Так. Нажал что. Может, ее засосет к чертям. Зажрите ее, может, что-то какие-то. На! Хорош! Втащил этой. Ой, ты как будто можешь нажать. Ой, карточка. Нет? О, да. Точно. Спасибо, точно. Зеленый зелебоба. Он спас нас. Ой, ничего себе, у нас там коты упали. Опять снова мы на какой-то ерунде поедем. Я надеюсь, это выход. Или сейчас она такая, автомат? Ты был плохим учеником. Да не, по-моему, ей уже там втащили, что втащили, надо. Втащили, да. Тут кровь или что? Немножечко абьюза. Сейчас только опять же, вот не, не важно, важно, что... Не ходи вниз. Наверное, не важно. Нет, 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 нет. Честно, нас это чертило выпадет и... Короче, вот эта крутая шапка была разблокирована. Спасибо. Когда на рынок пришел. Там пример так же. Вам очень идет. Слушай, ну все, спасибо, что сыграли. Рассить продолжение можно здесь. И просить, или еще там просить. Подайте, пожалуйста, продолжение. Ладно, ребят, это была чума какая-то. Больше комментариев я не оставлю. Ну, эмоции я получил на ночь. Чума. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.